На очень классном зеленом автобусе из аэропорта. Всем советую, если будете в Бристоле, взять автобус А4 и ехать в Бат. Просто по дороге такие виды, такие сады. Вот эти вот маленькие домики с любой стороны. Снимать это было невозможно, потому что мы ехали на скорости, по-моему, 90 местами. Входили в повороты. Было потрясающе. Вот, приехали в городок Ньюбридж. Или Ньюсбридж. Нас ждет хозяин гостинички. И мы топаем вон туда, в сторону нашей гостиницы.